Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика Инфо, Максим Радайкин и наш постоянный спикер Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Александр, такой вопрос. Рейтерс Пишет, нужно ли Китаю больше российского газа по трубопроводу Силы Сибири 2? Всю статью пересказывать, естественно, не буду, она хотя она не особо большая, но пишут они знатно: Китаю нафиг не нужен этот газ, у них там всего хватает. До 2030 года они обеспечены полностью, а дальше трава не расти. Так ли это на самом деле? И вот может вы свой ответ сдобрите хорошие порции цифр, и мы увидим, как оно на самом деле. Давайте попробуем. Здесь важный момент заключается в том, что и про первую силу Сибири, прямо скажем, говорили то же самое. Я статью читал, в статье приводятся мнения неких неназванных экспертов из Пекина, которым нельзя-нельзя называть свои имена, потому что, ну, вы же понимаете, это же Китай. Страшное дело. Так вот, внятных объяснений, почему этот газ не нужен, в общем-то, в статье не приводится. Там не говорится, при том даже категорического нету какой-то мысли, которая бы четко звучала. Газ в силы Сибири Китаю не нужен. Но общий, общий, общий тон этой статьи таков, что читатель должен понять. Очевидно, что да, действительно, это какая-то ерунда, это никому не нужный проект, очередной, очередной никому не нужный проект, которым Россия наивно пытается э, заместить, заместить такой замечательный рынок, как Евро, как рынок Европы, и переключиться на рынок Азии. Разумеется, у России ничего не получится. Ха-ха-ха, три раза э, здесь можно подкинуть дровишек в костер сомнения, который, который разгорелся благодаря. Рейтерс. Дровишки следующего характера. Сам по себе проект «Сила Сибири-2» ранее назывался проект «Алтай», и насчитывает он уже не первый год. И более того, даже 10 лет назад этот проект существовал как, некая рабочая, как некий рабочий вариант поставок газа в Китай. Прорабатывался он уже 10 лет назад. И обсуждения его, опять же, между Россией и Китаем велись также 10 лет назад, еще когда Влада Вилориковна Русакова работала в «Газпроме», вот она, насколько я помню, курировала этот проект. Еще раз, назывался он «Алтай», ну, собственно говоря, по той географической точке, через которую этот газопровод должен был проходить. И буквально последние пару лет речь пошла о том, что а давайте мы пустим этот газопровод через Монголию. Были проблемы у Китая с Монголией, почему данный вариант первоначально предлагавшийся не рассматривался серьезно, но сейчас, видимо, все проблемы были устранены, и этот вариант становится рабочим. ТО по этому проекту, насколько известно, уже сделано. И можно ожидать, что во второй половине 20-х годов начнется строительство этого газопровода и заработает он где-то к концу 20-х, самому началу 30-х годов. Собственно говоря, вот Рейтерс полагает, что газопровод может начать работать к 2030 году, но они сомневаются в главном, в необходимости этого газопровода. Его мощность 50 миллиардов кубических метров. Для понимания масштаба. Германия покупала в Российской Федерации у Газпрома порядка 50-55 миллиардов кубических метров. И Германия была крупнейшим потребителем российского газа за пределами, собственно говоря, территории Российской Федерации. Это означает, что только этот один маршрут полностью компенсирует Газпрому немецкий рынок. Другое дело, что в принципе постановка вопроса о том, что Сила Сибири 2, как теперь называется этот газопровод Алтай, сила Сибири 2 разрабатывается для того, чтобы заместить рынок Европы. Так вот, такая постановка вопросов в корне не верна. Потому что еще раз разрабатываться проект начал более 10 лет назад. Обсуждаться он начал более 10 лет назад между Россией и Китаем. И тогда ну, совершенно очевидно текущие, текущие проблемы мягко скажем, были непрогнозируемы, а, но все равно я не ответил на главный вопрос, а нужен ли этот газ Китаю? И тут мы с вами должны отскочить назад на 25 лет и вспомнить такого человека хотел сказать замечательного, но просто вспомнить такого человека, как Борис Немцов. Он в свое время занимал немалый, пост в правительстве Российской Федерации. В 1997 году он летал в Китай на переговоры о поставках газа. Позже, в 2014 году, он как раз был одним из тех экспертов, которые рассказывали о том, что, господи Боже, да не нужен Китай тут газ. Кому это вообще интересно? Кому это надо? О чем бы? Китай без нашего газа отлично обойдется. Ирония ситуации заключалась в том, что тогда-то газ, видимо, был нужен. Но тогда газ должна была добывать одна Ушедшая с нашего рынка западная компания, ушедшая не тогда, ушедшая вот в 2022 году западная компания. И добывать она собиралась 8 миллиардов кубов и поставлять 8 миллиардов кубов. Никаких перерабатывающих заводов, никак, никакого извлечения полезных элементов, там ни пропана, бутана, ни гелия не должно было извлекаться. Все это должно было вот в этих 8 миллиардах кубов поставляться в Китай. И тогда проект был шикарен. Прекрасен, восхитителен, ну, потому что лучшие люди им занимались, но тогда договориться не смогли. И, и хорошо, что не смогли договориться тогда, потому что а, позже эти месторождения базовые по поставке газа, э, которые стали базовыми для поставки газа по силе Сибири, отошли «Газпрому», практически отошли обратно под контроль государства, ну, и были созданы перерабатывающие производства, которые, как вы понимаете, несколько повышают рентабельность всей, всей этой истории». Но интересно даже не это. Интересно вот что. Представьте себе, что когда шли переговоры Бориса Немцова, ну и других уважаемых людей с Китаем о поставках газа, Китай вообще не нуждался ни в каких импортных поставках. Вообще ему не нужен был импортный газ, он полностью удовлетворял свои потребности самостоятельно. И так продолжалось до серед... примерно до середины нулевых годов. То есть Китай когда начал обсуждать возможности поставки газа с Российской Федерацией, не нуждался в импорте газа от слова «совсем». А при том, что да, действительно, в Китае растет и добыча. Добыча в Китае уже составляет более 200 миллиардов кубических метров. Но, правда, она отстает от тех планов, которые озвучивались в первой половине, в первой половине десятых годов. Здесь можно увидеть противоречия. Как же так? Надо же прислушиваться к планам Китая. А вот тут вот они свои планы не выполнили. Ну, нужно отличать планы э, в рамках, которые принимаются в рамках, пяти, в рамках вот, пятилетнего плана, и планы, которые начинают озвучиваться несколько спонтанно, когда в Китае в середине, э, в середине позапрошлой пятилетки пришел, пришел сланцевый газ. Да, Китай является второй страной в мире, где идет добыча сланцевого газа, но эта добыча отстает в 3-4 раза от тех планов, которые озвучивались в первой половине десятых годов. То есть тогда предполагалось, что там до 150 миллиардов кубических метров будет добываться к концу только сланцевого газа, к концу десятых годов. Но это бази, эта оценка базировалась, во-первых, на оценке запасов, которые давали американцы. Это, эти оценки оказались несколько завышенными, чуть-чуть. Так, вот. А также базировались на э, пока на тот момент не оптимизированных э, производственных процессах и не выявленных э, сложностях таких вот прям имманентных сложностях, с которыми ну, невозможно разобраться, там вплоть до того, что вам нужно воду, огромные, огромные объемы воды возить туда, где воды не хватает, это, это крайне накладно, организовывать, организовывать эти потоки, ну, несколько бессмысленно, учитывая там выхлоп месторождения, которые обнаруживается на месте. Вот, но тем не менее добыча сланцевого газа ведется, и в принципе добыча газа ведется в Китае, она растет, но рост идет, рост отстает от роста потребностей. Вопрос о надежности поставок – это вопрос не только о экономической надежности поставок, геологической, условно говоря, надежности поставок. Ну, в том смысле, что вы понимаете, сколько у вас запасов, что сколько запасов у вашего партнера, что вот он может вас обеспечивать на весь срок на который заключен контракт. Но надежность поставок – это еще и военная надежность. То есть, если вы понимаете, что ну, есть уязвимые точки, и эти уязвимые точки – это ваши СПГ-терминалы, то вам надо как-то эту уязвимость парировать. Да, конечно, у китайских компаний есть контракты с американскими заводами, не с Соединенными Штатами, не с американскими там поставщиками, с американскими заводами. Вот. И китайские компании с удовольствием СПГ покупают его и везут его к себе. Правда, в текущем году ввиду ковидных ограничений, скорее всего, поставки СПГ будут меньше, чем в прошлом году. Закупки СПГ со стороны Китая будут меньше, чем в прошлом году. Это даст дополнительный повод для спекуляций, что ну все, Китаю не нужен газ. Но, друзья мои, ковидная история, она не может длиться бесконечно. В конце концов, эта тема не сойдет на нет, но будет максимально, экономика того же Китая максимально к ней приспособится. И Кроме того, сейчас по мере, в виде, по мере ввода вот этих антиковидных ограничений создается, создается, скажем так, отложенный спрос. Ну, то есть есть предприятия, у них там есть некие планы, вот им сейчас нужно остановиться, не работать какое-то время. Потом они ускоренными темпами будут пытаться, на, пытаться достичь тех, тех результатов, которые планировались ранее. И в полной мере сказать, что да, Китай никак не успеет даже повторить прошлогоднего результата, я бы сейчас вот, вот подобное говорить не стал, но тем не менее такие шансы есть, и шансы довольно большие. Опять же, это ковидный фактор. Будут ли, глядя на э, статистику Китая по итогам 2022 года, если действительно там, снизятся, снизятся закупки СПГ на 16% к 2021 году, будут ли наши западные партнеры говорить, ну вот, ну, куда, да господи, зачем Россия со своим газом, вон, Китаю даже СПГ не нужен. Будут, безусловно. Но, друзья мои, будьте к этому просто готовы и понимайте, что за этим стоит. За этим стоят э, форс-мажорные обстоятельства, с которыми Китаю приходится сталкиваться и приходится ну, бороться по отработанной процедуре. Вот. В конце концов, опять же, эта процедура тоже будет модифицирована, и никто не отказывается от, тех, от достижения тех экономических показателей, которые планируются в рамках текущей пятилетки и которые намечаются на там, следующие 15 лет. И в этом плане можно сказать, что российские поставки не просто нужны, они жизненно необходимы. Опять же, мы с Максимом до записи посмеялись на тему того, что ну да, там эксперт из Пекина, не названный, агентством Reuters, сообщил, что, ну, господи, до 30 -го года Китай полностью себя обеспечил газом, поэтому сила Сибири-2 не нужна. Но если сила Сибири-2, условно говоря, запустится с 30 -го года, а надо ли к этому готовиться? И еще раз обращу внимание, Китай начинал готовиться к тому, что ему нужен будет импортный газ задолго до того, как он ему реально понадобился. То есть Китай к чести просто местных людей, которые занимаются планированием, он не бегает, выпучив глаза. Боже мой, нам нужен импортный газ, где же его взять? Нет, он лет за 10 до того, как импортный газ понадобится. Начинает проводить, начинает э, смотреть, откуда газ можно взять, начинает заключать контракты и так далее. Вот. То есть... То есть, когда мы сейчас говорим о том, что газ российский, эти 50 миллиардов не нужны сегодня, да, сегодня они не нужны. Но они будут нужны, начиная с первой половины 30-х годов, совершенно точно. И кроме того, еще раз подчеркну, надежность поставок по трубе в определенных обстоятельствах существенно выше надежности поставок танкерами, даже если эти танкеры идут из дружественных стран. А далеко не все танкеры идут в Китай из, условно говоря, дру... условно говоря, дружественных стран. Переговоры по этому проекту ведутся не первый год. Ведутся тяжело. Тут тоже не надо заниматься с шапка закидательством. Нужно понимать, что китайцы сложные переговорщики, как говорят люди, участвующие в этих самых переговорах. Вот китайцы, понятно, хотят, как любой покупатель, хотят более выгодных условий для себя. Вот они. А мы хотим более выгодных условий для себя в текущих обстоятельствах. Вести переговоры довольно тяжело с одной стороны, потому что мир находится в состоянии энергетического кризиса, и сейчас, условно говоря, можно, сейчас есть риск сбитых прицелов, как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. То есть можно договориться так, чтобы учитывать вот текущие условия и некое представление о посткризисном состоянии вещей, например, о посткризисной ценовой конъюнктуре, и ошибиться. Можно так сделать? Да, можно. У нас вот есть ряд стран, рядом располагающихся, которые ошиблись. Учитывая динамику проработки проекта «Силы Сибири-2», видимо, стороны действительно близки к подписанию. Я, конечно, не ожидаю, что подпишут в 2022 году этот контракт. Я бы ожидал подписания позже, но посмотрим. Это, это бессмысленно сейчас прогнозировать, но газ нужен, да, газ нужен. Надо о нем договариваться, надо договариваться. Неспокойно в мире, неспокойно в мире. И вот исходя из этих обстоятельств, сила Сибири-2 нужна и даже очень. Александр, большое спасибо. Друзья, подписываемся на Александра. Не забываем подписаться на наш канал на YouTube, а также в Телеграме. Ваша подписка жизненно важна для нас. Она помогает нам эффективнее работать и вещать на более широкую аудиторию. Александр, спасибо. До новых встреч. Всего хорошего.